Яд пада панкаджа парага нишева тепта, його прабхава бхута бхута хилолок хилокарма бандха, свейрам чаранти манайопи нана яманаха, тасичаяттабапасокутоева бандха. Яд пада панкаджа парага нишева тепта. Його прабхаво бибудха хило кармо банда свейрам чаранти манайопи нана яманаха тасичаятто бабуса кутоева банда. Гаурия Госчипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, каждый, кто по-настоящему хочет совершать прогресс на пути бхаджана, те, кто хотят достигнуть высшее благо, те, кто по-настоящему хотят совершать прогресс в Кришна-бхаджане, должны памятовать следующую шлоку. Гаурия Госчипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру предупреждает нас, чтобы у нас не было возможности неправильно понять Сиддханта Вичар. По полной милости, по милости Гуру и Вайшнавов. Если у нас будет милость Гуру и Вайшнавов, нам будет неважно, мужчины мы или женщины, старые или молодые. Те, кто наслаждаются истинной Гуру Крипой, милостью Гуру Пада Падмы, Рогануга Бхакт, определенно у них нет никакой возможности неправильно понимать Сиддханту. Сердце Гуру Пада Падмы, Прабхупады, автоматически отражается на их сердцах. И таким образом они могут понять четко, что я должен делать, а чего делать не следует. По вдохновению Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура и Гуру Варги. Они понимают это четко. Прабху Шипачидар Госвами Махарадж выражает следующее настроение. Я не квалифицирован рассказывать Расалилу, Джулан, Лилу. Обычно я не говорю на эти возвышенные темы. Потому что таков пример поведения, который явил нам Шрила Прабхупада. Он был очень строг в отношении этого. Те, кто не имел права говорить об этом, не должны говорить, учил Шрила Прабхупад, не должны говорить на эти темы. То есть даже о Балла-лиле Прабхупад был очень строг, когда кто-то говорил на тему Балла-лилы. Потому что если кто-то взрастил какие-то материальные представления об этом, он... Это привело бы его к смерти. Но из-за этого мы не должны неправильно понимать Шрилу Прабхупаду. Мы не должны перепрыгивать через Шрилу Прабхупаду для того, чтобы войти Рапануга, Рагануга Баджан. Шишила Сиддхар Госвами Махарадж был очень строг. Даже Шрила Сиддхар Госвами Махарадж был очень строг. Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж постоянно совершал нама санкиртан. Порой он воспевал санкиртан на возвышенные темы, наверное, и обычные люди не могли его понять.
Бабджи Махарадж, возможно, Бабджи Махарадж обладал высочайшей квалификацией, но среда, в которой он воспевал, то есть в матхе обычные люди не могли понять эти возвышенные киртаны. Поэтому порой Шридхар Госвами Махарадж говорил ему: не пой здесь такие возвышенные киртаны, лучше пой где-то еще их. Очень строго говорил, потому что ты как сахаджи поешь, но Шрила Кришнаска, Шрила Бабаджи Махарадж не сахаджи, то есть естественным образом бхавы выходили из его сердца, и он не мог скрыть их. И Шридхар Госвами Махарадж говорил, что вот в этой среде нельзя петь такие возвышенные киртаны. То есть у тебя есть права воспевать такой киртан, но эти люди, наверное, недостойны слышать такой киртан. И Прабхупад говорит, что в обычной ситуации нужно обсуждать темы со Ашрая Бхаджаном, связанные, как как совершать бхаджан. Нужно говорить на эти темы. Но это не означает, что Прабхупада был против Рупануга Рагануга Бхакти. Все киртаны, все писания, комментарии, сделанные еще Бхактисиддханта Такуром и Прабхупадой, все это говорит о том, что они хотят вовлечь нас в Рупануга Рагануга Бхаджан. Прабхупад выражает глубокие чувства в отношении этого. Он говорит, кому рассказывать эти возвышенные вещи? Кому я могу рассказать это, чтобы сердце мое успокоилось, чтобы я достиг удовлетворения? Он хотел рассказать много вещей, но мы не смогли доказать, что мы достойны слышать это. Очень часто Прабхупад говорил, что в соответствии с нашими правами мы должны действовать. Если мы хотим пересечь океан, марьяды, то есть правила, установленные нашей Гуру Варгой, то есть если мы не хотим следовать правилам, которые установили наша Гуру Варга, Махапрабху разгневается. Махапрабху часто цитировал эту шлоку. Но кто по-настоящему понимает, что такое марьяда? Какой образец поведения является Шрила Бхактипран Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактипран Шридхар Госвами Махараджи? Сейчас сложно встретить человека, который даже какие-то основополагающие идеи насчет этого имеет. Все хотят какие-то кичи сделать, все смешать. Но если мы понимаем, то есть мы получим настоящий результат только тогда, когда мы будем выражать почтение в соответствии с адхикаром преданного. Мы будем прогрессировать. То есть прежде всего необходимо научиться понимать, у кого какой адхикар. Но иногда, даже если мы понимаем, что это очень квалифицированный вайшнав, мы, тем не менее, его критикуем, потому что это выгодно для нашего положения. Несмотря на то, что мы понимаем, что этот Махарадж непростой Махарадж, что он возвышенный, тем не менее, мы критикуем его. Кто может судить Гуру и вайшнавов? Кто может судить Гуру Вайшнава и Сиддханту? Кто имеет право? Тот, кто плавает в океане Майи, разве такие люди могут судить Гуру Вайшнава и Сиддханту? Обусловленные души
плавают в океане майи, и они говорят, да как, ну, то есть, критикуют вайшнавов. Но как они смеют? Мы не должны этого делать. Не должны говорить, что Прабхупад был против Рапануга Нугабаджана. Вчера я был немного расстроен, и я не смог завершить то, о чем говорил. Сегодня я вернусь к этой теме. Вчера я говорил о том, что Джива Госвами Пад никогда не хотела опровергать Сиддханту, установленную Санатной и Рупой Госвами Падом. Это неправильное представление, которое порой выдвигают обычные люди. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что это колоссальное оскорбление. Вчера я уже говорил, что почему Джива Госвами Пад говорил, что Свакия Дама естественно для Галокадхам, но он никогда не хотел опровергнуть то, что Паракия, то есть Сиддханту Паракия. Джива Госвами Пад порой пишет в Сандарбхах, он пишет, я пишу что-то, что-то я пишу по своему собственному вдохновению, а что-то я пишу по желанию других, для того, чтобы сбалансировать ситуацию, сгармонизировать, потому что на пути баджана так много противоречий, неправильных представлений. Кто же может исправить все это? Как это исправить? Очень опасно. Бхактивинод Дара никогда не прервется. Мы не должны позволить этому случиться. Это наши обязанности. Мы не должны позволить Бхактивинода Даре потерять свои стандарты, опускаясь ниже и ниже. Все мы, Гаудия преданные, наполовину преданные, полноценные преданные или падшие, как я, все мы должны быть как минимум искренне насчет этого. Мы должны трудиться для этой цели, наверное, для одной единственной цели. Порой представители нашей Гуруварги говорят внешне противоречивые вещи. Кеша Госвами Махарадж говорит одно, а Шрила Бхактисиддханта Мадхава Госвами Махарадж говорит другое. Но это не значит, что мы не можем найти гармонию между их учением. Очень важно суметь сгармонизировать учение представителей нашей Гуруварги. Для того, чтобы это сделать, я должен почитать и любить всех представителей Гуру Варги. Допустим, я люблю Шишила Сидхартха Госвами Махараджа, и также я люблю Шишила Бхакти Прагьянкешава Госвами Махараджа. Можете проверить меня, если сомневаетесь. Естественным образом я вижу гармонию между ними. Я не выискиваю никаких ошибок в Бхана Госвами Махарадже, Сиддхартха Госвами Махараджа. На самом деле Джива Госвами Пад хочет защитить нас. Обусловленные души не имеют права слушать о возвышенных темах, и поэтому Джива Госвами защищает нас от этого, чтобы они как минимум не критиковали эти возвышенные темы. Поэтому он пишет то, что пишет. Но Джива Госвами Пад абсолютно пишет все в абсолютном соответствии с учением Шилы Рупы Госвами Санатаны Госвами Пада. Он постоянно пребывает на коленях Шри Рупы Госвами Пады, Шри Санатаны Госвами Пады. Поэтому как он может опровергать их Сиддханту? Почему он устанавливает Свакия Вад?
Это очень сокровенно. В случае с Шрилой Прабхупадой то же самое. Он никогда не говорил, что мы не должны совершать рупануга, рогануга, баджан. Он сам, он и Шрила Бхактивинода Такур, и все представители нашей гуруварги совершают этот баджан. Зачем же им тогда останавливать нас на этом пути? Это неправильное представление. Почему Прабхупад был настолько строг? Какова причина этому? Та же самая причина, по которой Джива Госвами Пад говорит то, что говорит. Шрила Прабхупада также никогда не хотела опровергать то, что учение Шрилы Рупа Госвами, Санатны Госвами Пада. Шрила Рупа Госвами Пад говорит о совершенстве Расалилы, как можно почерпнуть, какое благо можно почерпнуть из этого. Насколько как ценит он, как прославляет Санатан Госвами Пад, прославляет. Но Прабхупад устанавливает какие-то ограничения, правила и предписания для того, чтобы защитить нас, и нет других целей. Не значит, что он против Рупануга, Рогануга, Баджана. Прабхупад часто говорит, то есть он говорил очень часто, что я пришел сюда, чтобы рассказать так много, но где, кому рассказать об этом, как рассказать об этом? Если бы... То есть нет подходящей обстановки, нет подходящих личностей, кому это все рассказать, как рассказать. Поэтому Прабхупад постоянно устанавливает ограничения, так, чтобы мы были очень внимательны, очень осторожны по отношению к нашему прогрессу на пути нашего позитивного баджана, не негативного, который на самом деле путь сахаджи. Поэтому Прабхупад говорит, те, кто хотят обрести истинное благо на пути Рупануга, Рогануга, Баджана, должны постоянно помнить эту шлоку, никогда не забывать ее. Это еще опаснее, чем выпить яд и умереть. Смотреть на женщин, которые наслаждаются. А нет, имеется в виду смотреть на женщин с наслаждением. То, что говорит Гауранга Махапрабху, очень важно. И Прабхупад то же самое учение преподносит нам. Он говорит не что-то новое. Я на 100% уверен, что если кто-то хочет постигнуть истинное учение Гауранги Махапрабху, в точности то, что он хотел сказать, мы должны будем обратиться к Шриле Прабхупаду. Потому что Шрила Прабхупад следует Гауранге Махапрабху полностью. И что говорит Гауранга Махапрабху, чтобы ограничить нас, то же самое говорит Шрила Прабхупад. То есть имеется в виду вот эти ограничения, правила предписания. Гауранга Махапрабху предостерегает нас, будьте осторожны. Те, кто по-настоящему хотят совершать Кришна Баджан, Нандан Баджан, Раса Баджан. Кришна Баджан означает Раса Баджан, Нандан Баджан. Они должны быть очень внимательны по отношению к этому, они не должны как следовать процессу сахаджи. Много раз мы видели, как Махапрабху наказывал Мукунду, Чата Харидаса, маленького Харидаса, как он Адвайта Гасай Шивас Пандита наставлял. Прежде чем начался спектакль в доме Чандра Шекхарачари, мы должны все это помнить. И помнить причину этого, почему Расалила на самом деле запрещена для нас, что у нас нет права, наверное, говорить о ней.
Мы должны понимать всю серьезность Расалилы, всю серьезность, возвышенность положения Расалилы, возвышенное положение Гопи. Гуранга Махапрабху говорит, что несмотря на то, что... То есть это... Лучше выпить яд и умереть, чем смотреть на женщин в наслажденческом настроении. Если вы не оставите общение с материалистами, то есть это даже... Если кто-то не оставил материальное общение, вишая сангу, то есть вишая санга может прийти к нам в различных настроениях, имеется в виду по-разному, разными путями, и заставить нас пасть. Прабхупад предупреждает, необходимо избегать вишая сангу. Если вы хотите Guru or Acharya, whatever it may be, we must protect ourselves. Otherwise, то есть мы должны защищать себя. В противном случае мы не сможем прогрессировать. Что говорить о прогрессе? Мы просто падем. Поэтому Чайтанья Махапрабху speak this sloka, same sloka Sri Gauranga Mahaprabhu wanted to speak. Говорит нам эту шлоку. И также почему Гауранга Махапрабху говорит об этом? Почему Прабхупад говорит об этом, напоминает нам вновь и вновь об этом? Это очень важно. Обусловленные души не могут сгармонизировать свое существование с Верховным Господом. Обусловленные души также не могут существовать с Шри Гуру и Вайшнавами, а также с Мадхи Мадхикари. Мадхи Мадхикари всегда обладает таким настроением, что он готов, он с каждым ведет себя соответствующим образом. Уттама Адхикари уже в полной гармонии с Шри Кришной. То есть он со всем миром в гармонии, потому что он в гармонии с Шри Кришной. То есть если ты достиг гармонии с Шри Кришной, ты не можешь уже с этим миром. Жизнь ваша может измениться определенно. Вся грязь уйдет, и вы увидите путеводную нить, как совершать настоящий рагануга баджан. 100% это будет именно так. Как я уже говорил, что дживы постоянно ищут наслаждений расы. Бада дживы постоянно ищут наслаждений, ананду. Раса значит ананда, это равнозначные понятия. Но положение обусловленных душ очень плохо, они находятся в очень болезненной ситуации. Они настолько слабы, глупые. Естественным образом, они не сошли от Кришны, и поэтому они обладают настроением наслаждения. Они хотят наслаждаться, но потому что они обусловленные, они очень слабые. Если они пытаются чем-то силой наслаждаться, 100% неизбежно их падение. Они не могут переварить наслаждение, потому что материальные наслаждения абсолютно запрещены, полностью запрещены. Как я уже говорил вчера, обусловленные души постоянно пытаются наслаждаться.
наслаждениями, смешанными с майей, потому что они уже в майе, в Дэвидхаме. Поэтому наслаждения, которые они получают, то есть они не могут даже представить себе, что помимо майи могут быть, могут существовать еще какие-то наслаждения. Поэтому они постоянно наслаждаются майей, то есть наслаждением, смешанным с майей. Даже в Бама Вриндаване, те, кто находится в Бама Вриндаване, они у них какие-то ограничения на их видение. Даже те, кто обрели васту ситхи, Бхактивинода Тхакур пишет на Бенгале. То есть здесь материальный мир, и сюда нисходит апракрита лила Шри Кришны. Кришна аватара приходит сюда. И несмотря на то, что это апракрита Бома Вриндаван, тем не менее, это никак не касается, не соприкасается с материальным миром. Но мы видим, что Кришна лила происходит здесь. Материалисты могут видеть Шри Кришну, такие как Чапал Гопал видели Чайтанья Махапрабху. Но тем не менее, это не полноценный даршан, как если какой-то наркоман смотрит на что-то, то есть он смотрит, но в действительности он не видит. Он как бы он опьянен, одурманен. То есть его сознание потеряно в этом опьянении. Несмотря на то, что он смотрит на все с открытыми глазами, он не обладает полноценным видением. Когда вы страдаете от глубокой разлуки, например, если чей-то, то есть ваш сын умер или что-то подобное произошло, или муж, в этом случае вы будете плакать, плакать и плакать, не видя ничего. Кто-то будет утешать вас, но вы не будете слышать этого, то есть, потому что вы будете в океане страданий. Также Махапрабху говорит, если мы испытываем глубокую разлуку с Шри Кришной, это естественно, тем не менее, наверное, то есть естественно с Кришной чувствует разлуку, но, наверное, с нами этого не происходит. Гуранга Махапрабху учит нас, если вы по-настоящему обладаете глубокими отношениями с Шри Кришной, как же вы вообще так хорошо живете, едите, спите, шутите, смеетесь. Говорит, Кришнадас Бабджи Махарадж говорит, вы забыли о своей разлуке и едите тут вкусную, роскошную пищу, баклажаны и так далее. Вы потеряли самое драгоценное, что в своей жизни, но вам и так хорошо. Да как же это такое возможно? Гуранга Махапрабху показывает на жизни этот пример. То есть практически являет этот пример. Кроме Гуранги, откуда вы еще сможете обрести пример? То есть имеется в виду, наверное, Гуранга Махапрабху — это ачарья, первая ачарья, высочайший гуру. Все, что делает Бхагаван, совершенно. Грихастха лила Бхагавана совершенно. Никто не может соревноваться с его лилой, никто соперничать не может. Когда Бхагаван также играет роль студента, ученика, он также совершенен. Когда роль саньяси, также он совершенен. Кто может соперничать с ним в этом? Вы не найдете никого
более великого. Когда вы, то есть, постарайтесь понять то, что вот это настроение, которое является Гауранга Махапрабху, разлуку, какой он является с Шри Кришной, что весь мир пуст без Кришны. Когда я разовью настроение, такое настроение, что я буду постоянно плакать по Кришне. Кабе хабе боло, седина мар. Вы должны совершать киртан. Вы должны петь киртаны. Я знаю, что вы этого не делаете. Вы говорите, что у вас нет времени, но у вас же есть время спать и есть. А вот для киртана нет. Вы должны петь эти киртаны. Я обещаю, если вы будете петь, вы станете сильными. Вы обретете силу. Гурупад Падма говорил: «Сын мой, в этих киртанах заложена сила. Если махаджаны написали их, если вы будете их петь, вы получите эту силу. Каждое слово, каждый слог написано нашими ачарьями, это нельзя менять, и они полны силы. Гауранга Махапрабху, высочайший учитель, являет нам пример». Говорит, что мы должны также испытывать такую же разлуку, которую показывает Гауранга Махапрабху, что мы без Гуру Вайшнава, без Кришны, мы должны чувствовать, что мы умираем, мы должны развить такую разлуку. В противном случае, какой прогресс могу я ожидать? Обусловленные души не могут прийти в гармонию даже с самим собой, Попытайтесь прийти в гармонию с самим собой. Если у вас получится это, вы сможете со всеми, наверное, со всем миром прийти в гармонию. То есть мы не можем откорректировать себя самих, самим собой. Как мы можем быть в гармонии с Шигуру и Вайшнавами? То есть попытайтесь помочь сами себе. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Милостыня начинается с дома. Мы ходим на проповедь, но если у нас нет никаких реализаций в сердце, как можно проповедовать? Сказано, что если мы сгармонизировали себя с Апракрита Джагат Гуру, откорректировали себя в соответствии с их учением, это возможно лишь по их милости. В таком случае можно проповедовать, а в противном случае о чем мы будем говорить?
Как я уже говорил о том, что Бхагаван хочет распространить Сарупананду. Обусловленные души постоянно испытывают неудовлетворение, ашантош, потому что они анучайтанья, они крошечные, крошечные частицы. Но несмотря на это, они хотят удовлетворения в своей жизни. Но как это обрести? Для них это невозможно. Поэтому они страдают из-за неудовлетворения. Чистые гуру и вайшнавы всегда удовлетворены, всегда в гармонии. Но крошечные живые существа, несмотря на то, что они так малы, они имеют тенденцию Пурнавасту, хотят приблизиться к Пурнавасту. Это не история, это Сиддханта. На Голокадхаме то есть Пурнавасту, значит, дживатма, крошечные частицы, обладает, то есть она может обладать всеми возможностями обрести бхакти и служить Кришне для того, чтобы удовлетворить, достигнуть полного удовлетворения. Тем не менее, они этого не делают, потому что сварупа шакти не может достучаться до сердца Шигуру. До сердца Дживы. И обусловленные души погружены в майю. Но с одной вещью вы обязаны согласиться. Несмотря на то, что дживатмы крошечные, качественно они едины с Бхагаваном. Это невозможно опровергнуть. Бхагаван Пурнавасту, он полон наслаждений. Бесконечные наслаждения пребывают в Верховном Господе. Соответственно, обусловленные души обладают теми же качествами. То есть я хочу сказать этим, что обусловленные души, несмотря на то, что они малы, они частицы чит, они обладают свободой выбора. И несмотря на то, что они неполноценные и испытывают неудовлетворение, тем не менее они обладают возможностью прийти в соприкосновение с Пурнавасту. Но они отвернулись от этого. Они этого не могут понять. Не могут понять этот момент. Эту вещь не могут понять. И в этом их ошибка. Потому что они постоянно хотят удовлетворения. Но они не могут этого достигнуть из-за того, что они бегают за материальными наслаждениями. В то время как мы знаем, что Бхагаван не хочет давать нам материальные наслаждения. Это наша собственная ошибка, что мы Чидананду смешиваем с материальными вещами и наслаждаемся, пытаемся этим наслаждаться. Из-за этого мы и страдаем. Но Бхагаван не хочет никогда поместить нас в такую ситуацию. Никогда не хочет, чтобы мы так страдали. Итак, дживатмы обладают естественным желанием прийти в соприкосновение с Пурнавасту. Пурната — неудовлетворение.
присуща Дживе. Но Бхагаван Пурнавасту, пока мы не придем в соприкосновение с Пурнавасту, мы никогда не получим никакого удовлетворения, полного удовлетворения в нашей жизни. Это невозможно. Как бы вы ни старались, вы не достигнете успеха. Капилджи Махарадж говорит своей маме. Реки, которые я... То есть я, Махарадж говорит, я сам видел в своей жизни. Я на практике это видел, что Ганга, когда она спускается вниз, впадает, наверное, в Ямуну, или Ямуна, когда спадает. То есть они бегут вниз, Ганга стекает вниз. Очень стремительное ее движение, течение. Множество различных препятствий на ее пути. Огромные камни, которые перекрывают движение. Тем не менее, Ганга как-то их проталкивает. Ну, каким-то образом она все это преодолевает. И, сталкиваясь с препятствиями, она с двойной силой продолжает свое течение и впадает в океан, в конце концов. Все реки, большие или маленькие, длинные или короткие, в конце концов, встречаются со своим мужем океаном. В Бхагаватам сказано «Самудра Патнага». Все реки — жены Самудра, океана. Таким образом, естественно, никто не может остановить их. Никто не может остановить их движение к океану, к своему мужу. Точно так же. Все дживы, осознанно или неосознанно, точно так же бегут. Они не знают, куда. Те, кто не обладает татвагьяной, они бегают в материальном мире за наслаждениями материального характера. Те же, кто обладает какими-то знаниями и пытаются изо всех сил достигнуть лотосных стоп Гауранги Шри Кришны. Если вы не забудете гуру и вайшнавов, вы достигнете успеха, будьте уверены в этом. Как я сказал пару дней назад, если вы видите, сможете видеть в уме четко будете видеть гуру и вайшнавов, их движение, их образ. То есть вы можете видеть, как они говорят харикатху. Если у вас есть такое чувство, такое видение, будьте уверены, говорит Прабхупад. Это открытые двери, это зеленый сигнал. Это говорит о том, что сердце ваше чисто. Чистые преданные могут видеть Джаганната, где бы они ни были. Их сила даршана, сила видения настолько ясна, настолько сильна, что они могут видеть Говинда Дева Джаганната, находиться во Вриндаване, в Севакунджи, из того места, где они находятся, где бы они ни были. Они чувствуют Гуру Лилу в их сердце, что Гурудев любит меня, что Гурудев сейчас говорит такую-то катху. Все это они испытывают в сердце. Если мы сможем видеть в нашем сердце Гуру Варгу, Прабхупада, как Гуру Махарадж дает мне даршан, если я смогу видеть это очень четко, ясно, это зеленый сигнал, материальное... Оковы не смогут больше влиять на нас. Мы можем бежать, и не сегодня, так завтра встретиться с Кришной. 100%.
Итак, для того, чтобы очистить наше сердце, это невозможно на начальной стадии. То есть мы должны слушать санкиртану, и в один день мы почувствуем, что сердце наше чисто, и в нашем сердце лишь Гурудев и Гуру Варга. И также через Харинаму мы сможем видеть Шри Вриндаван, Парикар, Васишта. И мы обретем возможность четкого видения Кришна Лилы, Гауранга Лилы. Проблема в том, что мы не можем сгармонизировать себя, подстроиться под учение Шри Гуру и Вайшнав, то есть откорректировать себя в соответствии с их учением. Мы выражаем свое ложное эго. То есть мы говорим, что тот Вайшнав очень хорош, но на самом деле Гуру и Вайшнавы в полной гармонии находятся со всем, наверное. Если я верю, то есть все дживы вечно существуют. Они вечно существуют. Они лишь меняют свои пути. То есть сейчас они пребывают в форме женщины, в следующей жизни будет форма мужчины, тело мужчины. Эти изменения неизбежны в материальном мире. Прабхупад говорит, что если вы понимаете, что Таттва Васту вечно существует, и также все дживы вечно существуют, возникает вопрос, как же привести в гармонию джив и Бхагавана. Как мы знаем, обусловленные души не могут быть в гармонии с Верховным Господом, не могут подстроиться под Верховного Господа, откорректировать себя в соответствии с Верховным Господом. Потому что, но если... Зачем же Гуру Варга дает нам наставление совершать Харибаджан? Какой-то должен быть процесс для этого, то есть какой-то выход должен быть. Как привести в гармонию джив с Господом, с Кришной? Если это произойдет, возникнут... Постоянно помните, что Гуру и Вайшнавы абсолютно находятся в абсолютной гармонии с Апракрита Джагат, с трансцендентным миром, с Бхагаваном, с лилами Парикарами Васиштхи. Они полностью сгармонизированы. Итак, без этого мы не сможем испытывать любовь, прему. Потому что дживы, бесконечные дживы, контроль над бесконечными дживами в руках Кришны. И, как я уже говорил, главная проблема в том, что инертные объекты не могут осуществлять взаимообмен с Четанвасту. Камень не может осуществлять взаимообмен с Четанвасту. Или Четанвасту с инертной материей не может. Итак, мы находимся в материальном состоянии, значит, в инертном состоянии. А Кришна абсолютно Кришна чинмой в полной степени. И как же мы можем сгармонизировать себя с Кришной? Если, то есть, технику мы можем использовать и жить удобно. Наши органы чувств материальны, наш ум материален.
А ум наш также еще и ограничен. Ограничен этим материальным миром, рамками материального мира. Мы не можем пойти за пределы наших границ, границ этого материального мира. Все, что мы говорим, все это ограничено Майя-деви. Если мы сможем их взломать, эти границы, только в таком случае мы сможем войти в Апракрита Джагат. Я думаю, что это не совсем ясно вам. Поэтому под руководством Прабхупады я хочу привести один пример. Как солнце и притхви. Как сравнить солнце и притхви? Какая гармония может быть между ними? Солнце в 40 лакхов, в общем, несравненно больше, чем Земля, притхви. Притхви крошечное в сравнении с Солнцем. Как пылинка Земля в сравнении с Солнцем. Но мы, дживатмы, такие... То есть вся Земля, она как пылинка в сравнении с размером Вселенной, с бесконечной Вселенной. А мы здесь, мельчайшие творения, и мы эгоистично думаем, я сейчас покажу вам, кто я есть, или бросаем всем вызов. Ну, то есть полный эгоизма. Много раз я видел такое, что... То есть бросает вызовы, то есть очень эгоистичные. Вызовы, которые бросают обусловленные души. Может быть, у них есть деньги и так далее. Все это бесполезно. Гуру и вайшнавы не заботятся. То есть я думаю, что этот пример очень полезен, что солнце в 40 миллионов раз, наверное, больше, чем... Земля. И также ученые могут понять. Атомная энергия. Follow. This way we're going to create, we're going to get atomic energy in Trombay, Bombay, there. So this way we are going to get. Because actually sun god, they're so big, so big, and so burning. Настолько велико и настолько горячо, мы не можем измерить температуру, которая там на Солнце. Если попытаемся, ракета, которую запускают, реактивная ракета, которую запускают на Солнце, сделана полностью из стали. Тем не менее, она не может достигнуть Солнца. В 1974 году примерно посылали, НАСА посылали туда ракеты. Не увенчалось успехом.
But they cannot go too near to sun. То есть они не могли приблизиться к солнцу. Из определенной, да, то есть из, с какой-то дистанции, да, они могли изучать его, наверное. Несмотря на то, что технологии очень продуманные, высокие технологии использованы, тем не менее, если они приблизятся к Солнцу, превратятся, расплавятся, наверное. Расплавятся, потому что Солнце очень горячо, там очень высокая температура. То есть Солнце настолько жгет, что мы не можем к нему приблизиться. В то же самое время, если бы не было Солнца, мы умерли бы. Если Солнце не восходит на востоке 1-2 дня, все льдом покрылось, если бы такое произошло. А из-за холода мы могли бы умереть. Итак, все наши органы чувств, ум и так далее, то есть все они ограничены. Если мы захотим выйти за пределы этих границ, это не увенчается успехом. Итак, мы не можем приблизиться к Солнцу, потому что мы умрем. И без Солнца мы также не можем жить. Потому что можем умереть из-за холода. И что же, как же это сгармонизировать? Что делать? И Баладжи Махарадж приводит решение этой проблемы. Он говорит, что нужно находиться на таком расстоянии, чтобы получать тепло, необходимое, и использовать солнечный свет. То есть, ну, чтобы мы могли естественно жить, имеется в виду по-нормальному жить. То есть, имеется в виду, что если солнце слишком близко, опасно, далеко тоже опасно. Поэтому Даджи Махарадж говорит, что нужно находиться на комфортном расстоянии от солнца. Даже сейчас, тем не менее, мы тут в Индии, когда лето очень жарко. То есть, если мы находимся на безопасном расстоянии, мы получаем необходимое тепло от солнца. И если бы солнце было не на такой дистанции, на которой оно сейчас, то мы не смогли бы использовать его тепло. А если бы зимой не было совершенно солнца, мы умерли бы. Солнечную энергию используют в хозяйстве, наверное, в промышленности. Не было бы солнца, мы ничего бы не видели. Поэтому Сурья наш Джагат-чакшу, наши глаза. We cannot estimate. Similarly, if bonded soul cannot get, точно так же, если бы обусловленная душа, обусловленная душа не приходит, не может привести себя в гармонию с Шри Кришной и с преданными, она неизбежно встретится с проблемами. Много раз Прабхупад говорит, о необходимости гармонии и баланса с гуру и вайшнавами, с Шри Кришной. Мы должны
увидеть, насколько мы в гармонии. Возможно, Кришна бесконечен. Кто может играть с Кришной? Как обусловленные души могут развивать отношения с Шри Кришной? Кришна же бесконечность, бесконечен. Мы, крошечные частицы, как можем находиться в отношениях с Шри Кришной? Как я могу любить его, как я могу поцеловать его в расе, то есть в танце раса? Как можно это поверить? Можете сказать вы. Приспособиться очень важно для нашего собственного блага. Если мы не можем этого сделать, прежде всего необходимо понять, где мы находимся, то есть каково мое положение из общения с преданными. В противном случае мы можем совершать апарадхи. Все материальные концепции материалистов зависят от гармонии, от их приспособленности к этому миру, к... То есть, что я подразумеваю под словом гармония, приспособленность? Если бы люди... То есть через Гуру и Вайшнав мы можем прийти в гармонию с Шри Кришной. Если же мы не будем следовать Гуру и Вайшнав, мы никогда... Если мы этого не сделаем, не будет у нас гармонии с Шри Кришной, мы не сгармонизируем себя с Ним, не найдем баланс, мы никогда не сможем найти... Никогда не сможем войти в лилы Господа. Если я, находясь на материальной платформе, пытаюсь судить о Пракрита Раса Лилу, которая самая высочайшая из всего высочайшего, полное воплощение Уната Уджвала Расы, нужно понять все эти вещи. You can remember, I was discussing that. Как я уже говорил, распространение Сварупананды. Кришна вовлечен в это. Почему же? Почему обусловленные души блуждают по материальному миру? Для того, чтобы удовлетворить свои желания. Какие бы силы они ни прилагали для этого, они не могут достигнуть полного удовлетворения, потому что они не в связи с Пурнавасту, с Верховным Господом, Источником всего удовлетворения. Но они бегают повсюду. По-разному пытаются черпать удовольствие, считая себя образованными, разумными людьми. То есть это естественно, то, что дживы бегают за удовольствием. Как, например, когда самка оленя very nice thing which is called kasturi. Kasturi tilakam lalata patala, isn't it? Kasturi is one kind of thing which is automatically developed. Kasturi – это то, что развивается автоматически, естественным образом
на животе оленя и прекрасный аромат кастури вводит нас, то есть мы не можем устоять, наверное. Особенно олени любят этот запах. Они очень быстро мчатся к источнику запаха, на этот запах. Они бегут, но не могут достигнуть удовлетворения. Как я уже говорил о миражах. Например, я очень сильно хочу пить, и куда же мне... И нигде нет воды, и тогда мне мерещится, что вот вроде бы колодец с чистой водой, и я бегу к нему. В конце концов, я понимаю, что это просто мираж, не какая-то не вода, это что-то подобное воде. Это просто видение, мираж. Тем не менее, тот, кто хочет пить, бежит на это видение. Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит, что то, чего нет, это главная болезнь. Мой гурудев, Кеша Госвами Махарадж, говорит, попытайтесь понять это, что обусловленные души ожидают достигнуть желаемое от, из неправильных источников. Это хроническая болезнь живых существ. Они хотят обрести что-то, где нет этого, из того, где нет этого. То есть мы хотим обрести бхакти от лже-гуру. Там нет никакого бхакти, но мы бежим за этим, бежим за ним. Итак, почему же олень бежит на этот запах? Ответ заключается в том, что он хочет вдыхать его еще и еще, но не может понять изначальное, то есть источник этого запаха. Главная проблема. Олень не может понять, что ж ты ко мне бежишь-то. А, то есть, простите, этот запах исходит от самого оленя, из его, на его животе. Этот источник этого запаха. Но он бежит, бежит, пытаясь найти источник. Точно так же все дживы слепо бегут к наслаждениям, не понимая, что где истинный источник наслаждения. Но они вынуждены бежать, потому что у них есть тенденция наслаждаться и обрести пурнавасту, то есть полное удовлетворение. Они... Проблема в том, что они не знают, куда идти, как идти. Это главная проблема. Как я уже объяснял много раз, что Бхагаван самоудовлетворен. Но без причины никто ничего не хочет делать, даже сумасшедший человек. Mandadhir upi na pavartate. Even his brain is a dull brain, not working. Даже если у кого-то мозги не работают, сумасшедший человек, тем не менее у него есть какие-то представления, какие-то идеи, что я могу обрести то-то, если я сделаю то-то. Таким образом, условные души бегут за счастьем. Но она возможна лишь, если мы будем служить Верховному Господу, если мы придем в соприкосновение с Ним, никак иначе. Верховный Господь
установлен в своем полном положении, то есть он полноценен. И прежде я, все предыдущие дни я объяснял это. Мы уже слышали, что Бхагаван хочет распространить свою сварупананду всем, среди всех. Для чего? Почему? Зачем ему это надо? Почему Кришна хочет распространять сварупананду? Why Krishna is busy? That is the main question. Это главный вопрос. Sarupananda, the sarup of this Sarupananda. You don't understand. If you can understand the sarup of this Sarupananda, then you cannot put any argument. Sarupananda is so excellent, Sarupananda настолько превосходна, она непостижима. Никто даже не может ее измерить, представить, как человек, который напился нектаром, бежит, говорит что-то, теряет самоконтроль. Нет, речь идет о пьянице, человек, который напился вина, он ничего не может видеть. И он развивает фанатичное настроение, фанатизм. Любое количество лекций, философии недостаточно, чтобы заставить вас поверить. Потому что это не вопрос лекций. Вы должны осознать это. Любые лекции, любые примеры недостаточны, чтобы понять, какое удовольствие черпает преданные в служении Господу, наверное, только те, кто обрели это, те, кто испытывает это, могут описать. Бхагаван полон сарупананды, и как безумный, он хочет распространить все это сарупананду дживам. Кто-то может обрести это, кто-то нет, зависит от их состояния. Кто-то может, кто-то нет обрести это. И от чего же это зависит? Разве Господь пристрастен? Господь беспристрастен. Но в соответствии со своим адхикаром, кто-то может это переварить, а кто-то нет. Кто-то может воспринять, кто-то нет. В соответствии со своими самскарами предыдущими. Не надо думать, что Бхагаван выражает эгоистичное поведение, настроение. Я могу привести один пример, с помощью которого вы поймете. Есть один особый камень под названием Сурья Канта Мани. Драгоценный камень. Сурья Канта Мани. Что он делает? Он аккумулирует силу Господа, силу Солнца, простите. А те, кто носит их на себе, как в кольце или сережках, наверное, также получает силу солнца. И много разных драгоценных камней подобного характера существует. Сурджа
И если у вас есть такой камень, если вы на восходе, то есть если вы поставите бумагу, то солнце, наверное, попросит солнце поджечь. То есть Сурья Кантамани аккумулирует солнечный свет, в себе, и на рассвете он может легко поджечь бумагу. Но если я что-то другое положу перед солнцем, то есть чтобы это накопило воду, то солнце, сила солнца, то не увенчается успехом, не даст никакого результата. Как если, например, нужно принести воду Ганги, я не смогу набрать много, если у меня маленькая бутылка. Все в действительности зависит от размера моей бутыли. Если есть большая емкость, я могу взять много. Если нет, то нет. То есть Ганга готова дать сколь угодно. Все зависит от возможности вашей унести, сколько вы сможете взять, принять. Точно так же Верховный Господь Кришна не обладает никакой пристрастностью. Он лишь хочет посмотреть, насколько велико наше сердце, сколько мы сможем воспринять, насколько оно широко, сколько мы сможем забрать себя. То есть это и только это. Таким образом, много всего описано в Веда-Веданте. Вчера я говорила о Джива Госвами Паде. Такова природа Кришны. Почему он делает то или иное действие? Все зависит от его. Никто не может объяснить. То есть он полон наслаждения. Естественным образом он хочет распространять милость всем и каждому. Так, чтобы он мог играть с ними, осуществлять любовный взаимообмен. Естественным образом, он хочет раздавать милость. Поэтому Кришна, то есть Кришна хочет играть, осуществлять любовный взаимообмен со всеми дживами. Каждую секунду Кришна хочет, ожидает, что будет приходить новая и новая дживатма, и будет между ними какая-то особая любовь. Несмотря на то, что у него нет никакого неудовлетворения, тем не менее, есть это ожидание. Ожидание обмена Анандой. Все это только лишь лила, ничто иное. Джива Госвами Пад также пишет, что нет никакой причины, кроме как Ананда. Желание обмена Анандой, взаимообмена Анандой. Пурна. Так, если у меня
есть Сурьяканта Мания, солнечный камень, я могу накопить энергию, то есть он может аккумулировать энергию солнца. Прабхупад никогда не говорил, что мы не должны делать, совершать Рупанугу Рагануга Бхаджан, никогда не сможем совершать его. Он лишь говорит, что только благодаря общению с Рупанугу Рагануга Бхактами мы разовьем квалификацию также совершать Рупанугу Рагануга Бхаджан. Много всего я хотел, много шлок обсудить сегодня. Бхагаван создает этот мир, он приходит сюда, он все поддерживает. Тем не менее, он является в Веданта Сутрах, сказано, что Дживатма хочет контролировать для того, чтобы обрести полное удовлетворение. И Бхагавану не нужна никакая внешняя помощь, чтобы достигнуть удовлетворения. Веданта также, в Веданте есть шлока. То, что мы видим в этом материальном мире, то же самое. То есть Бхагаван совершает человекоподобные игры. Кто-то может это понять, кто-то не может, зависит от развития дживы. Зависит от емкости, которой обладает та или иная джива. Сколько она может забрать в себя милости. Итак, Кришна хочет распространить Сварупананду. И она распространяется повсюду так, что Кришна не может контролировать ее. Она настолько уникальна. Такова ее природа. Поэтому Махапрабху говорит Рупи Госвамипаду: «О, Рупа, если ты получишь хотя бы каплю этого нектара, ты обезумишь. Целый мир может затопить одна капля». Что говорить о деревне? Сейчас я хочу поговорить об одном моменте, который напрямую связан с Расалилой, чтобы помочь вам понять. Вы должны помнить, что Расалила самая возвышенная. Мы не можем сравнить ни одну из игр Господа с Расалилой. Несмотря на то, что каждая его лила — это раса. Мы знаем, что все лилы хороши со своей точки зрения.
То есть Махапрабху говорит, если мы на нейтральной платформе, мы понимаем, что Паракия Бава, Унтауджвала Раса, самая возвышенная. В противном случае все расы совершенные. Но обусловленные души различают, говорят, что вот эта лила хороша, это не очень, это лучше. Но на самом деле все лилы, как аватары Кришны, мы не можем сравнивать их. Махапрабху говорит, если вы на нейтральной платформе, вы понимаете, что Паракия Бава и Мадхурия Бава самая возвышенная. В противном случае, в соответствии со своими предыдущими самскарами, дживы, то есть дживам присущая та или иная раса в соответствии с их предыдущими самскарами, кого-то удовлетворяет, порой их удовлетворяет одна раса, порой другая, порой дайся раса, порой сакья раса. Это зависит в зависимости. Но не так, что... В общем, все расы обладают определенной сварупой на Галока Вриндаване. Все они служат Верховному Господу. Но мы не можем этого понять. Таким образом, с нейтральной платформы, если мы будем смотреть на это, то поймем, что вся раса лила, что раса лила самая возвышенная. Она самая возвышенная. А десятая глава, десятая песня Шримад Бхагава там сравнивается. С лотосом, с лотосным лицом. Вишнаджи говорит, Такур говорит, сладостная улыбка присутствует на трансцендентном лице непостижимого Господа. Каждая часть тела Кришны, куда бы мы ни взглянули, палец, щеки, волосы. Мы не сможем оторвать наши глаза, они будут примагничены. Никакой философии недостаточно, чтобы объяснить то, что я хочу сказать. Для этого необходима милость Гуру Вайшнавов. Тогда вы сможете осознать это. Все зависит от милости. Итак, Мадхура Раса. Раса лила самая возвышенная. Даже сам Кришна говорит, что он сходит с ума от этого. Когда бы он не вспоминает о раса лиле, кто бы не напоминал. То есть, когда ему кто-то напоминает о раса лиле, он становится безумным. Она совершенна. Это как то есть совершенная любовь проявляется в Паракия Бхаве. Сам Кришна говорит, я записал это из Брихатнарда Пураны. Санти яддапи ме праджа лилаха стаста манухара нохи джанес Рити расе ману ме кидрисам бхавет. Though it is true, all and every. Несмотря на то, что лила, все лилы, Вриндавана лилы, которые я совершаю совершенные, со всех точек зрения, все они совершенные, уникальные.
потому что вся Враджалила, которую совершает Кришна, то есть он обменивается любовью, с любовной привязанностью, с Нандабабой, с мамой Шодой, с своими друзьями. Все лилы Господа совершенны. Потому что в каждой лиле, а так или иначе, он осуществляет любовный взаимообмен расой. Он полон расы. Тем не менее, он говорит, я не понимаю, почему, но когда я вспоминаю о своей расе лиле, я становлюсь безумным. Сам Кришна говорит это. Сам Кришна не может оценить ситуацию, наверное. То есть как же крошечные существа могут, крошечные дживы, обусловленные души могут осознать это, а я крошечное существо пытаюсь судить расалилу. Кто я в сравнении с бесконечным творением Господа? С самим Господом, по сравнению, кто я. Совершенная Паракия Бава Унта Уджвала Раса. Прекрасные пастушки Браджа, Мадхура Према. Все переполнено премой там. Кришна провозглашает, что это венец всего. Сам Кришна не может объяснить это. Кришна полон шести достояний. Почему же он... Зачем ему эта расалила с тысячами гопи? Мы не можем сказать, что Кришна не заинтересован в ней, потому что, опираясь на первую шлоку, видно. Несмотря на то, что у Кришны нет никакого неудовлетворения, что он полон сам в себе, говорится, увидев всю обстановку леса Бриндавана, устроенную йога-майей, Кришна принимает решение. Гопи ожидают этого совершения этой лилы, и сам Кришна ожидает этой лилы. Он проливает свою милость на гопи и принимает решение устроить эту расалилу. Если какие-то аппаратхи были совершены, такие личности не имеют права принять участие в танце расы. Какие-то грязные самскары, впечатления, они недопущены. Таким образом, мы должны понимать, что раса лила — это венец всего, всей бесконечности, всего, что когда-либо являл Кришна. Сам Кришна говорит, когда я вспоминаю об этом, я схожу с ума. Попытайтесь теперь понять.
Тот, кто Парамахамса, Шукадев Госвами, от рождения Парамахамса, как мы можем думать, что этот высочайший Парамахамса может обсуждать какие-то вожделенческие игры в собрании мудрецов, в собрании Парикшита Махараджа? Парикшит Махарадж был в ожидании своей смерти. В это время пришел Шукадев Госвами. Без всякого приглашения. Он предстал перед Парикшит Махараджем, и Парикшит Махарадж и все собравшиеся выразили почтение и любовь лотосным стопам Шукадева Госвами, тому, кто является Бхакти Таттва Ачарьей. Парикшит Махарадж поставил себя в полную зависимость от его советов. Говорит, я предаюсь твоим лотосным стопам, поэтому устрой что-то, что будет по-настоящему благоприятным для меня. И в этом случае, в таком случае, зачем бы ему стало, надо стало говорить о этих, о каких-то любовных похождениях материальных людей, то есть о каких-то материальных вещах, грязных. Как, зачем бы ему стало, ну, в этом была необходимость обсуждать это. Царь Парикшит Махарадж, царь всего мира, собирается оставить тело. Это очень тонкий момент, то есть очень... И все риши-муни собрались там. Они также хотели то есть найти выход из ситуации, что самое благоприятное будет в этой ситуации для Парикшит Махараджа, и прибегнув к лотосным стопам Шукадев Госвами, все стали слушать от него. Так вот, и мой вопрос в том, что если это Расалила, просто какая-то вожделенческая игра, зачем бы Шукадев Госвами стал рассказывать о ней перед Парикшит Махараджем и всеми мудрецами? Так же, как Махапрабху наслаждался, хотел слушать от Рай Рамананды Сваруп Дамодара в уединенном месте в Гамбире. То есть он слушал Расалилу от них. Все это необходимо помнить, и если будет возможность, я еще расскажу кое-что из Веданта Сутры. Сегодня я уже не успею. Итак, Кришна полон шести достояний. Кришна хочет любовного взаимообмена со своими преданными, в этом совершенство его игр. И то, чтобы принять участие в Тарасалиле, для этого необходима величайшая удача. Дживатма, по сути, не может даже ожидать такой удачи, но тем не менее она должна надеяться, что в один день она обретет возможность войти в Расалилу, в Кришналилу. Если какая-то дживатма достигает величайшей удачи, она сможет войти, то есть понять Расататву, понять Расалилу, эти сокровенные непостижимые истины. Брахма-ратри.
Ночь Расалилы длится... Расалила длится ночь Брамы. Если попытаться подсчитать... Сколько длится? Два пара-юга, трета-юга, сатья-юга, кали-юга. То есть, если это все как-то сложить, переумножить, то получится ночь Брамы. Как один цикл всех юг. В общем, если это все подсчитать, можно с ума сойти. Завтра я расскажу в точности, по цифрам, наверное, сколько это длится. Непостижимо. Уму непостижимо. И вы можете сейчас задаться вопросом, если же Расалила проходила в Пурниму, есть Васантараса, когда мы прекращаем нашу врату, следование Пурниме, наверное. То есть на Пурниму, да, на Пурниму. То есть Экадыши. Кто-то начинает с Экадыши, кто-то начинает с Пурнимы. И в ночь на полную луну Кришна совершает лилы, Расалилы. И мой Гуру Пада-Падма оставил тело. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж вошел в Расалилу, наверное, вошел как раз вот в Пурниму, наверное, в Пракрита Лилу. То есть Шарадрас значит осенние игры. Прежде чем начинается Картика Врата, то есть Пурнима, в начале Картика Враты, в это время Кришна также совершает игры. Во Вриндаване на берегу Ямуны это происходит. А также на Говардхане. Как бы там ни было, длительность этой ночи, длительность этой игры Брахма-ратри, ночь Брахмы, непостижимая. Отрезок времени, то есть непостижимое количество времени. Но им кажется, что... То есть они не могут понять, как долго она длится. Им кажется, что это по мановению ресниц, как... То есть моментально она прекращается, думают они. Пурнима полностью все украшено йога майей, и Кришна принимает решение. Совершать эту лилу. Несмотря на то, что у Кришны нет недостатка ни в чем, все-таки у него нет никаких желаний, но апракрита желание есть у него. Кришна уникален. Для того, чтобы это осознать в полной степени, в полнейшей степени, вы должны служить Рупануга преданным Браджа Гопи.
Поэтому Удавджи плачет и говорит: Аса мохо чарана рену джуса мамсам Бриндаване кимапи гуламалата усадинам Джадустаджа сачанамаджа патанча хитва Бхеджу мукунда падавим сутивим бхимиггам Ванча калпатуру сикипасинды бхавиша Патитананг павани бхавишна бхио намуна.